8 марта, наверное, мы все ожидаем, потому что запахло весной, да? Потому что нам хочется наконец-таки снять с себя оковы льда, и нам хочется наконец-таки ощутить тепло, приятные улыбки, почувствовать себя просто женщиной. Ну, самое приятное – это когда тебя поздравляют твои любимые люди, когда поздравляют студенты, например, которые уже выпустились и уже как-то никак от тебя не зависят, они приходят и поздравляют тебя. Это очень приятно. Одни из самых приятных подарков – это когда ребята принесли мне огромное-огромное количество воздушных шаров, которыми меня не пустили в трамвай, и я шла с этими разноцветными шариками вся через мост, через Свиягу, и на меня оборачивались люди. Это было приятно и удивительно. Один из самых приятных подарков еще, это который я сделала сама себе, потому что только мы сами можем принять такое решение, я купила себе собаку. И именно 8 числа, как в один из небольших выходных для педагогов, я забрала этого щенка, и с тех пор вот он уже 8 лет живет со мной. Самое лучшее создание, самое классное и самое дружественное, которое тебя никогда не предаст и всегда рад тебе. И принимает тебя всякой.